эксклюзивно, специально для Баку от Space TV. Смотрите наш новый дуэт с Затом. Танышолом, бугызнада Женя рассказывада. Улдус Альфкасы кинин штрафчыларынанды. Русия шоу-бизнесінде севіліп-севілмәдіні дия білмәрік. Берже оны білерік ке, ене шке дүшіп, Бакида ат шығарып танынмақ істер. Өзді білерсініз кімлі? Иззет Бағыровла. Дуэт оқымаға мұғалімнің кәхетлейді. Бұл сечімінің неге башқа түшек? Азербайджанда қыз ване йоқты. Бізім ән гөзал қыздар әлі Азербайджанда дейіл. Садыча іш проекті де. Іш де бұл. Сәнәт яратылығы дейіл. Бұл да менің фантазиям дейіл, менің фікірлерім дейіл, менің планым дейіл. Бұл там сырф бұл іш бір баша Анар Мәдәдовна бағлы бір ішді, менің продюсерім. Мені оның фікірлерді ki, belə bir iş görə. Женя, İzzətin dediyindən belə başa düşdük ki, 5 barmağının 5-ində də istedad var. Lap yaxşı. Danış görək, sən necə bundan əvvəl İzzəti tanıyırdın? Necə oldu ki, onunla duet oxumağa işkilən düşdün? Мы познакомились в Москве. Меня с Анаром познакомил Кенан, которого я до этого хорошо знала. Он много раз снимал мои выступления, помогал мне в моем творчестве. Ребята произвели очень хорошее такое впечатление. Мы буквально 1-2 раза пообщались и решили вместе сотрудничать, вместе творить искусство. Нет, не знала, но я видела несколько журналов, слушала его диск. В общем-то, заочно я была с ним знакома давно. Geldin, okudun. İndi vəziyyət necədir? İzzət ürəyinə yatdımı, bəyəndimmi onu? Birdən bizim oğlana vurulub eləyərsən, xəbərimiz olmaz. Тот факт, что мы решили писать вместе песни, начать вместе сотрудничество, это уже кое-что значит. Я думаю, что Изат... Надеюсь, что Изат будет за мной ухаживать. Там посмотрим, как у вас здесь в Баку принято. Невест воруют, скажите? Женя, сен дедин Изат дешитти. Daha niyə qız arırsan? Yoxsa nəsə var bizdən gizlədirsən? Eybi yox, qız evi naz evidir. Görək İzzət necə, naz çəkməyə hazırdır mı? Mən özümün nazımı çəkən lazımdır. Mən ümumiyyətlə çox elə də nazı dözən adam deyirəm. Xoşdur, mənim nazımı çəksinlər. Amma ki, qonaqdır da. Bir dəfə qonağın nazını animaq olar, Eybi yox. Yaman səndən danışanda Jenya qızardı. Sən onunla qarşansı bir hissə olmuşsan. Müğənnidir. Müğənni kimi sənət yoldaşıdır. İstər Moskvada, istər Bakıda, istər dünyanın hər hansız bir yerində sənət yoldaşıyıq. O da Moskvada çalışırsa, Moskvanın müğənnisidirsə, mən də Azərbaycan müğənnisiyəm, sənət yoldaşı sayılırıq. Sırf sənətlə bağlı yoldaşlıq. Başqa heç bir şey ola bilməz. В России уже давно нет такого. То есть я думаю, что в России мужчины уже разучились ухаживать за женщинами. То есть все как-то происходит вот само собой, тем более в Москве в этом бешеном ритме. Город совершенно не располагает для любви, для чего-то еще. Но я знаю, что бакинские горячие парни так все про них и говорят. Пока мне очень понравилась ваша кухня. Мы уже сегодня отведали местное блюдо. И я собираюсь здесь пробыть около 5 дней. Я думаю, что мне еще много что предстоит узнать и посмотреть. Сюда меня провожал мой друг с фабрики Ираклий Перцхалава, который был здесь неоднократно и предупреждал меня, что здесь очень такое гостеприимство широкое. Всем привет! Я зашла в гости к Ираклию. Его мама угощает нас хачапури. Сейчас мы будем есть хачапури. К хачапури мы еще привыкли в Грузии, куда Ираклий приглашал нас этим летом, всей фабрикой, и мы там замечательную неделю провели. И вот сейчас мне предстоит поездка в Баку. Я буду в Баку первый раз, а Ираклий там уже был не один раз, его там все любят и ждут снова. А я, вот мы устроили небольшие проводы вместе с мамой, отпускаем нашу софабрикантку, Женьку рассказываю. Которая уже давно не является фабриканткой, правда, но не важно. Она прекрасная певица, которая, я надеюсь, что Азербайджан и Баку очень достойно и тепло примет. Я на это рассчитываю, потому что неоднократно был в Баку и знаю, как принимают, как умеют принимать в Азербайджане. Знаю уже гостеприимство, знаю ваше тепло. Не меньше, чем в Грузии тебе предстоит. Слушай, ну я надеюсь, там не будут так кормить.
Будут. Будут еще хуже. Еще лучше, точнее. Да, испытание. Береги свою фигуру. Будет еще лучше. А как же? Это же Баку. Так что берегите, пожалуйста, нашу Женю, нашу рассказу. Мы ее очень любим. И верните только ее вам. При одном условии. Верните. Потому что она вам так понравится, что вы захотите же ее оставить. Нет. Мы ее тоже любим. Верните ее нам. Спасибо. İzzət danışdı, biz xəbərdar olduq. Yaxşısı budur ki, indi gəl mahnısının bəstəkarı Eldar Mansurovu söhbətə çəkək. Eldar müəllim, bu nə məsələdir? İlham pərlərini sizdən dərgin düşüb ki, 12 il əvvəl yazdığınız mahnını təzədən İzzətə vermişsiniz. Bunu necə başa düşək? Yeni mahnı yaza bilmirsiniz, ya necə? Yaxşı, Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev mahnılardır. Hansı ki, 50 bundan qabaq yazıblar. İndiyəcə nə oxuyurlar? Qəhətdir bir mahnı. Gələn müğənnilər bu mahnılara yanaşırlar da, yəni ki, bu mahnıları müraciət edirlər, oxuyurlar da. Mahnı heç vaxt köynəlmir. Mahnı yaxşı ifası var, mahnı pis ifası var. Mahnının da bu üçün yaxşı aranjmanı var, pis aranjmanı var. Yəni, gələk ki, bugünkü günə, məsələ, bax, hər mahnı, məsələn, 10, 15 il, 20, 30 il bundan qabaq oxunmuş mahnı, hər mahnı bu günləri yeni üslubda səslənmir. İzzət, görür yenə sözlü adam oxşayırsan. Nə sözün sovun varsa de, bugünlük söhbətimizə nöqtə qoyub, keçək növbəsi sujetə. Oh, qədər xəbərlərim var ki, bəlim sən nə qədər. Hamısını inşallah sağlıq olsun. Hər bazar xırdı-xırdı göstərərik inşallah, görəcəyiz. Öpürəm istəyirəm, çox sağ olun.